Главное предложение дня – это платье Джозиант от восхитительного бренда Симона. Каждая из нас хочет услышать: «Ах, она леди совершенства». И каждая из нас в жизни хотя бы раз мечтала стать той самой леди совершенства. Мы вспоминаем с вами образ Натальи Андрейченко из фильма «Мэри Поппинс» и понимаем, как этого достичь. С помощью образа платье Джозиан подарит нам тот самый восхитительный образ, который сейчас называется стилем преппи. Обязательно поговорим, что это за стиль и а почему он никогда не выйдет из моды. Здесь у нас с вами платье, в котором мы видим акцентный воротничок и акцентные манжеты. Мы с вами видим юбочку гофре, платье отрезное по талии. Платье визуально создает нам еще более стройнящий силуэт с помощью вот таких восхитительных выточек. Вточной рукав у нас есть скрытая застежка-молния, которой я, кстати, пользоваться не стала. И у нас с вами, если Света повернется сейчас, мы увидим, что воротничок здесь у нас с вами фиксируется с помощью великолепного выреза капелька и чудесной золотой пуговицы. У нас здесь очень хороший плотный материал. 70% хлопка, дорогие и любимые. Что нам это дает? Это дает ощущение комфорта. Это дает нам уверенность в себе, не будет парникового эффекта. А очень хорошо платье наше держит форму. Вот ощущение, как будто по верхней части у нас платье такое мягко-каркасное. А дальше от линии талии идет восхитительная юбка гофре, которую я уже проверила и сразу вам демонстрирую, что гофре у нас здесь не мнется, складочки никуда не исчезают, это качество бренда Симона. Лимитированная эксклюзивная коллекция для вас в красном цвете, в ярком, насыщенном. Я бы сравнила, что это цвет клубника. Но я для себя выбираю сегодня терракотовый. Немножко здесь оттенка лосося, немножко терракота, немножко розового. Замешана очень интересная цветовая палитра. Бордовый цвет. И тоже он немножко отличается от привычного бордового оттенка. Мягко выглядит. Зеленый цвет, цвет спокойствия и гармонии, я вам часто это говорю, да, как дипломированный психолог. Светло-синий, вот если вы хотите создать впечатление той самой Мэри Поппинс, то вы выбираете либо светло-синий, либо темно-синий. Кстати, по-моему, и в темно-синем цвете Наташа Андрейченко, да, советская актриса, наша всеми любимая, и была представлена в фильме. От 48 до 62 размера у нас с вами размерная линейка. И вот вы знаете, я хочу посмотреть, какая у меня здесь есть, какие у меня размеры здесь представлены. Хорошо, давайте замерять 48 размер. Мои рекомендации. Вам сразу скажу, брать на размерчик больше, именно так мы поступили со Светой. Итак, 48 размер у меня сейчас в руках. Мы с вами замеряем в груди платье в спокойном виде, 47 сантиметров полуобхват в спокойном виде. Мы с вами будем замерять линию проймы, потому что у нас здесь вточной рукав. И в пройме наше платье 24 сантиметра. И еще вам сделаю замер рукава в самой широкой зоне. Для многих это тоже окажется важным. 16 сантиметров полуобхват. Еще сделаем замер талии, а дальше мы замерять с вами бедра не будем. Талия у нас 42 в спокойном состоянии. Почему бедра замерять не будем? Посмотрите. Какая здесь на бедрах свобода. Поэтому, если у вас нижний тип фигуры, и не только нижний, но и верхний тип фигуры, то здесь мы смело с вами просто ориентируемся по груди. Берем на размер больше. Цена только сегодня 1999 рублей. Но посмотрите на нашу Свету. Ведь ничего лишнего. Только платье в ярко-красном цвете. Только вот эти нежные белые манжеты. Ну посмотрите на нашу легендарную советскую актрису Наташу Андрейченко. Ну это же какое-то чудо. Вот он, тот самый образ леди совершенства. Именно так ее стали называть. А это уже современный образ Наташи. Когда она уже в возрасте, нам показывает, что платье в стиле преппи
мы можем носить в любом возрасте, с любой фигурой. Почему? Что такое стиль преппи? Это стиль элитных школ. Это стиль элитных учениц, когда вот в такой вот элегантной форме, абсолютно собранные, абсолютно уверенные в себе, элегантные до безумия, ничего лишнего нет абсолютно, только белый воротничок. Только белые манжеты, причем мы со Светой их обыгрываем по-разному, потому что манжеты здесь сдвоенные. Есть у нас с вами белая часть и есть с вами цветная часть. То есть мы можем с вами носить вот так, да, и отогнув верхний край манжеты. Терракотовый цвет выбираю я. Использовала еще дополнительно свой ремешочек белого цвета. Это самый популярный оттенок. И у нас появляются отзывы, дорогие любимые. 1899 при оплате банковской картой. Светлана Михайловна из Кемерово пишет нам: очень стильное и универсальное платье, вроде и однотонное, но с изюминкой. Надевая его, и настроение поднимается, становится игривым. Чувствую себя молодо и привлекательно. Рекомендую. Спасибо вам большое, Светлана. А здесь действительно платье, в котором мы чувствуем себя элегантно, воздушно. Здесь у нас хлопок в составе. Еще раз показываю, как ведет у нас себя гофре, то есть остается на месте. Платье достаточно плотное, но при этом, вы знаете, в нем чувствуешь себя. Хочется спинку выпрямить, хочется сделать шаг от бедра, да, и Света прям пойти. Вот пойти в этом платье. Мне безумно нравится, что здесь колено прикрыто, что здесь гофре создает вот ту самую легкость шага, что продуманы детали, есть замок и петелька на спине, которая помогает нам платье идеально надеть и снять. Давайте вспомним, что у нас есть красный цвет на Светлане, терракотовый выбираю для себя я, у нас есть два синих оттенка, давайте посмотрим на них. Есть у нас светло-синий, зеленый цвет, есть темно-синий, бордовый, терракотовый, терракотовый, кстати, самый-самый популярный, красный цвет, и вот он тот самый темно-синий. Только сегодня цена 1999 рублей. Выбирайте для себя платье в стиле леди совершенства до 62 размера, на размер больше нам наши вам рекомендации.